Я все снимаю. От самого дома. А прикинь, колесо спустило. Нормальное колесо? Нет. Так, бегом прячемся, блядь, никто не видел. А, это компрессор. Да? Да. Надо было дома оставить. Вон, смотри, ебать, все равно бензин работает, вон. Смотри. Вот, видишь? По нулям, да, вот? Ну. Ну, он так у меня всегда был по нулям. Ну. Вот. И работает. Да, пол бака у меня чуть больше половины. Ну. Да? Ага. Ну, вот этот бензин, наверное, датчик не работал, пиздец. Он по нулям. И бензин, датчик работает. Так, конечно, для кого-то. Пойдем. Ты музыку включил, наверное? Завтра, короче, поедем в поле снимать рекордное видео, как будем дрифтить. Просто я не хочу по улицам дрифтить, хочу в поле уехать дрифтить. Люфт, ебать. Блядь, плохо видно нахуй. Вот этот пиздец только душ нахуй, вот, блядь. То есть это пиздец нахуй. Люфт руля нахуй, ебана вот. Ну, рулевую рейку купили, потом за Садры тоже, наверное, за 5 сниму. Чего это доменять? Ебать, там с пакетом все вывалилось. Надо было занести. Если погаришь, ты говоришь, что нахуй.
что не знаешь. Думаешь, ты не знаешь, но их давно ты их выиграл. Они меня знают, блин, я слишком крупный клип. Я там дыма ебать видно сколько, смотри. Видео? Вроде видно на камеру, да, на камеру видно. А на камеру все нельзя курить вроде бы. Ютуб. Хотели на плечи клеить. Ну потом. Потом завтра. Как раз уборку сделаем. Ай, блядь, пиздец нахуй. Надо этот поставить. Или купить, я не знаю, держатель для телефона. Интересно, мы этого засняли человека, когда, помнишь, ехали на камеру? Надо будет пересмотреть, да, потом.